Я только что пришел с 190-го участка, где процент голосования за нас составляет около 62%, как за Додона, так и за муниципальный совет. Выборы, самый избирательный процент проходил довольно-таки спокойно, за некоторые исключения, когда член избирательной комиссии в некоторых моментах с нами не соглашался и пытался нам перечить. Но буква закона, она для всех есть, одинаковая одна. И, следовательно, ему пришлось нас послушаться и сделать так, как надо. При подсчете голосов тоже было, спорных моментов не было, но были моменты, когда члены бюро не подчинялись нашей просьбе. То есть мы попросили пересчитать и показать нам повторно бюллетени. Они вначале отказывались, мы даже думали написать жалобу в Центральную избирательную комиссию. И когда мы уже начали писать, точнее сыграли, они уже поломались и согласились нам показать эти бюллетени. То есть все прошло довольно-таки успешно. Я думаю, победа.